Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. И мы продолжаем проходить Need for Speed Porsche Unleashed для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами внедрились в этот мир NFS Porsche Unleashed, вот. Ну и я видел множество с вашей стороны таких восторженных отзывов о том, что вот, наконец-то. Ну так, вы же сами и проголосовали, поэтому оно и неудивительно. Очень рад за вас и за нас, что всем одинаково нравится. Что же, в этой серии я решил, давайте мы, наверное, попробуем поучаствовать вот в заводском Factory Driver, заводской водила. Посмотрим, что там что-то типа лицензии у нас будет на, ну, типа как вот в Gran Turismo. Надо будет какие-то задания выполнять. Вот. Посмотрим. Парочку-троечку проедемся заданий, ну а потом продолжим на прохождение турнир играть. Если честно, я говорю, не помню, в чем здесь фишка вот этих вот именно заданий и что это даст. Может, машины какие-то? Не помню. Хоть убейте. Привет, Игл. Добро пожаловать. Короче, тут нас приветствуют. Так. Ты будешь младшим тестовым водилой. Будем тебя учить, тролливали, тестировать классные мировые тачки. Опасна ваша новая работа. Какому-то Рольфу. Иди, и он даст тебе первое задание. Вот и Рольф. Привет, малыш. Он еще не знает, какая карьера у меня за плечами. Малыш. Так, тест-драйвер, тролливали. Ну окей, и что надо-то делать? Покажи им, из чего ты сделан. И получай удовольствие. Ну дайте уже проехать-то. Тут и машина, видимо, вот сразу вот это будет, да? Не знаю, что это за Porsche. Слалом, короче, будет какой-то у нас, какой-то слалом снежный на лыжах. Ага, вот такой вот слалом и будет, да? Так, чик. Да ладно. Not bad, kid. Your time. Пенальти нету. Нужно было за 18 проехать. Проехали за 16. Ну окей. Вроде неплохо. Поехали дальше. Че у нас там? По списку. И да, вы там в комментариях писали, что на компе, конечно, графон гораздо круче. Вообще отличается наличием большим наличием трасс, машин там и прочее. Ну, окей, я-то не спорю. Как я уже сказал, я сам играл в именно версию на компе. Я уже в первой серии сказал, что графончик-то вроде похуже. Главное, физика. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, потом еще пройдем и компьютерную версию. Я изначально нацеливался именно на эту. Так что не пишите мне гневных комментариев, что вот почему ты проходишь версию PS1. Так,
за 42 секунды теперь нам будет пройти. Вроде как S-образные повороты. Короче, придерживайся траектории, вот что он говорит, и все будет окей. 42 секунды, а рекорд 40-45, да? Ну, давайте посмотрим. Какая-то новая трасса. Воу. Ой-ой-ой-ой. Блин, заблудился. Ай, в обратку теперь, что ли? Капец. Вау, вау, ладно, с первого раза, скорее всего, не сдам. Better luck next time. Ну да, за сколько? За 40. 6, 3 конуса сбили, 49. Ага. Ну давайте еще разок. Блин, да, управление тут не айс. Кисельное наше управление. Ай! Вроде один конус сбил. А, ничего себе! Так, конусы не пострадали, надеюсь. За Porsche к нам ничего не говорили. Так, 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 так. Ну. Better luck next time. 42, 48 и один конус, да? Так, а надо 42. Ладно, едем еще раз. Будем пытаться. Ну, блин, не-не-не, это уже не канает. Так, можно тут... Resume game. Аборт тест. Аборт сейчас сделаем. Так, ну. А, он... Это не рестарт, это он сейчас вообще выйдет, да? Ай. Почему вот раньше не было рестартов-то? Так, S-Curve тест. Поехали еще раз. Ай. Там чуть-чуть осталось прибавить-то. Совсем чутка. Так, чего я там сбил? Что-то сбил. Надеюсь, это был не конус. Да ё-моё! Это ж надо было вот так вот. Блин, управление, управление. Тут главное привыкнуть к управлению. Рывками тоже какими-то бывает. Едет машина наша. Так. Да вот, ну что ты будешь делать-то, а? Ого, 37. 4 конуса и все равно 40. Ладно, короче, пойдет. Пойдет. Next test. А. Не, насколько я помню, реально управление было на компе не такое дерганное как-то. Хотя играл на клаве. Никаких джойстиков у меня тогда не было. Играл чисто на клаве в гонке. Underground весь прошел на клаве. Без проблем. Ой, на Церберу похож этот Поршик. Смотрите-ка. Ну, морда. Прям вообще на Церберу похож.
Так, ладно, давайте тогда засейваемся. В принципе... так, game name. А я ж уже сейвался. Или оно все в отдельный слот скидывает. Так, ну давайте тогда... Ой, где L? Не L, L, L. Он free blocks, well, memory card. Ну, сейф, окей. Так, аборт, yes. Да я ж только что засейвался, ты чё? Нет, не надо. Короче, вот, напишите кто-нибудь в комментариях, чего дает вот это вот прохождение заводского вот этого всего дела. Чё оно дает нам? Ну а мы пока отправляемся на прохождение снова в турниры в 50-е годы. Классная музычка, классная атмосфера. Поехали. В принципе, у нас 10 минут ушло на это. Ну, думаю, как раз успеем чемпионатик проехать. Так. Прошлый раз мы с вами класс 3 осилили, да? Так, турниры. У нас осталось, соответственно, 2. Второй и первый. Тут бабла больше дают. Так, нашку заработали, тут 20. О, уже 911 появится. Интересно, вывезем ли мы на своем 356-м? Еще и 356-б. Ну ладно, давайте попробуем. И мы... Ага, не можешь. Да, класс 2, надо же машину поменять. Так, а подождите-ка... Что тут у нас еще есть? Weekend Races. 356, А, Б. Ну вот, трофи 356, да? А давайте здесь проедемся. И что у нас еще есть? У нас еще есть гонки на гоночном. Ох, здесь на 550-х спайдерах. И тут уже вообще серьезные деньги. 60 тысяч. Ладно, нам пока это не по карману. Ладно, давайте тогда проедемся гонку. Выходная гонка, уикенд. Вот как раз трофи для 356-го нашего. Так, кондишн. Ух ты, покоцаны что-то у нас. Так, кондишн. Подожди, а где чинить-то? Так. Погоди, в гараж, наверное, надо, да? Так, гаражик. О-о-о. Вообще, вот здесь, конечно, музычка играет обалденная. Окей, чиним. Чё надо для нас 200 баксов? Вообще не деньги. Так. Дальше идем. Weekend Race. Так. Поехали. А, короче, можно было здесь, да, чинить. Вот, Car Repair. Ага, хорошо. Квалификацию, я говорю, не буду ездить. Время терять на нее. Поехали. Время дня солнце, погода, как ни странно, тоже солнце. Так, ну тут все на 356-х. Единственное, АБ вот это тут. Кто-то, видимо, на более прокачанных версиях. И вот я не помню, на компе, по-моему, на трассе не 4 машины все-таки было. Это, видимо, уже тут связано с ограничениями самого железа, что Сонька уже не могла отображать на экране много высокополигональных, ну, на тот момент, понятно, высокополигональных машин. Ну и их уменьшили число до 4. В High Stakes, помните, у нас тоже было
где-то гонка, где их 4 было. Но там было движение, трафик, встречки там, попутки и все такое прочее. А здесь в обычных гонках у нас ограничение на 4 машины. Я говорю, я уже очень плохо помню то время. Как-то вот хрен... Хотя оно вроде бы, ну, ближе сюда по времени-то. Но помню хуже. Ну, к тому времени я уже начал пить, естественно. Уже был не тот. Вот. Так что не пейте, ребятки. Это плохо. На памяти, видите, плохо сказывается. Я, конечно же, шучу. Шучу, что я пил, а не то, что не надо пить. Так, блин, надо... А, нет, смотри, преследует. Иди-ка ты знаешь куда. Тут, походу, это... же прокачивать можно машины. Ой, 3 круга целых. Ничего себе. Ничего себе. И сидит на хвосте, гадина. Так, ага, еще и ходит. Пошел-ка ты, а где ты до этого сидел? Это, наверное, вот эти 356B. Тут же машины можно прокачивать. Пора, наверное, прокачать наш 356-й. Поршик. Тут же как-то срезать можно вот так вот, так. А, блин. Во, ну главное впереди остались. Я помню, вот это помню, вот это помню, что можно срезать прям так. Прям на этой трассе. Так. А этот, смотрите, как уехал лидер-то. Ой-о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 й. Вау! Вот так вот, да? А четвертый что-то сильно отстал. То есть четвертый, наверное, на такой же машине, как у меня. И он не вывез. А эти вот покруче едут. Прям видно, смотрите, они на прямых отрываются. То есть мощности гораздо больше. Они на разгоне после поворотов нас обходят. 3 секунды. От него отрыв или от первого. А на поворотах догоняю, на прямых опять уходит. Чтоб тебя, надо мощность наращивать. Final lap. А, ну да, 3 круга. Final lap. Ты прав, мужик. Так. Так, ну ладно, сейчас у нас бабла дофига. Сейчас постараемся прокачать наш Поршик. Ах ты, ё-моё. Так. Надо как-то выходить вперед. Не зацепил. Ну да, видно, прям уезжает. Хорошо ты поступаешь, зеленый. Не расстраивай меня. Да, конечно, пейзажи скудноватые. Уже в пятой части было тесно, в общем, на PS1. Оу, а там нельзя срезать, да? Глубже. Решил чуть-чуть посильнее срезать. Ладно. Выше третьего нам не светит уже, значит. По-любому, а, все фигня. Ну, нам, в принципе, достаточно третьими, по-моему, финишировать. Конечно, это... Ничего себе, как он
Смотрите, у него круг 1.58. У нас 2.04. Кошмарики. Ладно. Едем дальше. Сейчас можно прокачать будет между гонками. Так, бронза. 2000 всего дали. А, четвертый нулик получает. Так. А у них вообще, у меня, смотрите, 356, а у них 356B и А. То есть какие-то модификации другие. Интересно. Так, 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 так. А, там одиночная гонка, да, получается. Так, Porsche Center. Где вот его прокачать-то? Или это надо прям машину другую покупать? Ну-ка, гараж. Смотрим сейчас. В гараже такая музыка прям вообще. Огонь. О-о-о. Так, можно покрасить. Но краска, я думаю, нам ничего не даст. Прибавки особо к мощности. Трайкар, репейрс. Блин. Почему я говорил, что прокачать можно? Я что, ошибся? Car Data. Car Select. Zoom. Ага. Ну ясно. Так, что еще, что еще? Car Data Repairs. В Repairs Perform Repair. Ага. Ой, блин, я еще и покоцал ее. Давайте-ка, ладно, сразу починим. Ничего себе, на 700 баксов. Две заработали. Из них 700 на починку. Так, ладно. Тогда выходим. Может быть... Починка. Options. Может... Так, можно продать, да? Так, а за сколько ее можно продать? Вот что. Так, Select Car, Condition Sell. Ну-ка, за сколько мы ее продадим? Так, Sell your Porsche 1100? А, Porsche 356 1100 за 9000 кредитов, да? Так, пока нет, у нас 22, 1033. Так, хорошо, давайте глянем, что мы можем купить. Тады. Так, ага, Porsche Center. Так, Used, по-моему, они будут все там побиты, их надо будет чинить. Ну, давайте в Used зайдем. Что у нас тут есть? Так, вот, опять... 356, да? 1100 это такой, как у нас. Вот, есть 356B, 1600. А, ну правильно, у него 1.6 получается под капотом, да? А, вон, возраст у него 4 гонки, да? Класс 2, цена 9900. 52-й уходит от 50-го года. А этот 62-го, ничего себе. Ничего себе! Да, и показания у него, конечно, гораздо круче. 56B. Вот поэтому они от нас так и уезжали, подлецы. Так, тут чё? Это такой же, только у него всего одна гонка. Ну и стоит он тогда 11300. Так, 356. А, 1600, супер! Так, ну-ка. Год 56-й. Кабриолет, гляньте-ка, пижонский. Так, о! Тоже бирюзовенький, смотрите-ка. Так, вот 550 спайдер, но у него цена уже сороковник. Ну, как мы знаем, там есть у нас чемпионат под него. О, уже 911. Кстати, не так дорого, 18 тысяч. Уже можем себе позволить. Так, это, ух. Тоже можем. Так, все, да? Ладно, давайте тогда... Так, 22 тысячи, да? М-м-м.
общем, можно купить вот этот самый прокачанный 356, а 1600 супер, и на нем постараться еще и проехать. Так, ну давайте синий возьмем. Турнир вот именно. Сейчас перепроедем этот. Тогда. Так, вот за 11 тысяч. Все, берем. Так, где он тут? Кондишн у него. А, ну да, его еще починить надо будет. Еще 1000 на починку, да? 11900. Ну, по-моему, все равно это меньше, чем новый покупать. Поехали. В конце концов, если что, его можно будет продать. Теперь мы накупили всякого ненужного. И сможем его продать. Как говорил кот Матроскин. Так, давайте еще раз Weekend Race газанем. Уж сейчас-то, я думаю, проблем не должно быть. Если мы на том слабачке смогли так. Так, ну-ка от нашего. А, ну конечно, вы гляньте. Фу, обалдеть. Acceleration, вот я говорю, очень сильно отличается. То есть на разгон он гораздо мощнее идет. Так, рейс. И там сейчас, по идее, починить можно. Репейр. 900 нам говорили, да, 900. Не обманули? Так, чиним. И... поехали. Ну, те же снова. Четверо героев. Лучший круг 1.54, а у нас там был 2.04, да? Что, неужели на 10 секунд можно улучшить? 3, 2, 1, go! Да, этого он сразу делаем. Тут такой же синий, как у меня была тачка. Да, во, преследуем. Нормальненько так преследуем. О, уже впереди и даже отрываемся. Чё, уже не такие крутые, да? Как на одинаковой технике мы поехали с вами. Подлецы. Ух. Да, он прям чувствуется уже. О, срезочка, срезочка, срезочка. Такие прям официальные срезки у нас, по-моему, появились... А, нет, не в андеграунде. Hot Pursuit 2, да? Да-да-да-да-да, там уже были ответвления. Здесь вот как бы еще самому надо догадаться, можно ли срезать, нельзя, игра тебе позволит или нет, или ты в невидимую стенку уткнешься. А вот в Hot Pursuit 2, там, по-моему, уже появились прям такие разветвления, где прям можно срезать. Раздвоение дороги там. Ну а в андеграунде эту тему развили там. Городской этой. В городском антураже. Так, что я не заметил, какая у нас максималка. Сейчас напрямую надо сравнить с нашей Дойчели Петрой. Там у нас было с горки что-то 107, по-моему, миль, да? Сейчас напрямую этот разгонит. У него даже не с горки будет больше. Хотя фиг знает, может максималка у него и не больше. Он просто разгоняется быстрее. Максим. Ну да, максималка, если и больше, то совсем чутка. Сколько там сейчас было? 110, да? Ну, с горки пускай будет 115. Вот, и именно, да, разгон у него больше. Ой-ой, чуть было стеночку не зацепил. Вот управление тут какое-то, машина вот вроде едет-едет, поворачивает нормально, потом кнопку чутка передержишь, и она, ух, у тебя как скользнет куда-нибудь. Ну, я говорю, кисель. Вот прям кисельная физика. Вот сколько? 110, да? 111, 112. Ну, да, побольше максималка, но совсем чуть-чуть.
О, 1.52, да-да-да, смотрите-ка. А у нас было 1.54 там написано, да? Ха-ха. Вот так вот. Техника решает. Да, их вообще сзади нет. Вот, нате вам. Гудок, конечно, такой. Скромный очень. Ой-ой-ой, подлетел! Желательно машину, конечно, не бить. Это здесь еще ладно, пока там цены на машины... Ну, ё-моё, вот я... Цены на машины, короче, маленькие, поэтому и стоимость ремонта такая... Лёгонькая. А дальше там будет вообще звери же. Попробуют расколошматить какой-нибудь 911 там. Carrera GT. Carrera GT 3. Какой-нибудь. Там, блин. В минуса уйдешь, даже если победишь. Ага, о. Ручничок попробовал. Пока лидируем с большим отрывом, можно чуть-чуть поэкспериментировать. Так, ну вот. Спасибо, мужик. Да. Ну вот, уже совсем другое дело, да? 1.52, он лучшее время. Ха-ха. Да, техника решает. 356А. Дублик сделали. Так, ну это вот, судя по всему, он как в реальности выглядит, наш 356. Что-то казалось, он побольше такой. По крайней мере, как он в игре выглядит. Так, 3500 нам кредитов. 14 того имеем. Ну окей, ладно. Пойдет. 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 Поехали теперь в турниры. Баблишко вернем. У нас было до покупки 20, сколько-то там, 22 тысячи. Так. Класс 2. А первый класс на чем? О, тут уже 911 надо будет. Ну, в принципе, он, мы сейчас пострелим, не такой дорогой. Подожди, так она же второго класса, эта машина. Разве нет? 356Б. Подожди. Да как так-то? Не-не-не-не. Вы чё, ребята? Чё, пропёрся, что ли? Гараж. А, или надо здесь выбрать? Селикар. А, на третьего класса тоже? Фу ты, ё-моё. Блин. Плохо. Так, ну окей. Тогда надо продавать одну из них. 9000. Итого у нас будет 23. Так, ладно. Идем смотрим. Нам нужен класс 2 машины. Так, а на чем вы тут ездите? 914. А, нет, это вот. 911 либо 356Б. То есть 356Б, он что, круче, чем 356А? Что за подставы? Ладно, смотрим. Что круче, 356Б или 914? Car Select. Так, 356. Точно, класс Б, вы гляньте-ка. Странно. Хотя он вроде бы... Даже хуже, да, вот смотрите, по показаниям-то. Да, он хуже, чем наш вот этот 356А. Правда, он супер с приставкой. Супер, может, поэтому. Так, вот 911, да? Вот это 911. Почти не отличается с виду. Да, 911 первые модели, конечно, были... Такие прям пузатенькие. Агрессии никакой в них, да?
Вообще что-то. 65-й год, ребята, обалдеть. Первые 911 в 65-м году появились. Короче, в 60-х. Обалдеть. Так. Так. На этот денег нету. Вот этот уже похож такой. Прям, ну это уже 72-й год. 911S. Ага, это первый класс. Не надо. Мы пойдем по порядочку. Давайте, ладно, тогда 911 вот этот прикупим. Он 17 тысяч стоит. Так, ладно. Тогда придется продать нам одну из наших щушляек. Так, sell car. Тем более у нас их сейчас две, причем класс одинаковый. Зачем нам больше? Так, вот этот, да, и как раз продаем. В принципе, это нам больше не понадобится. Ну ладно, вдруг надо будет еще проехать деньжат под заработки. Пока не будем. Так, снова used cars. Атмосфера, конечно, другая, но вот структурно, конечно, много заимствований стало из прям Гран-туризма чувствуется. Вот это даже подержанные машины, да? Впервые в Гран-туризм... в Need for Speed появились они вообще. Так, где-то есть. Вот он. 17 тысяч. Так. Менять цвет мы не можем. Так, а насколько его еще надо? Condition. На полторашку еще починить. Ладно, не беда. Деньги будут. Так, все. О, уже две тачки купили в этой серии. Пойдет. Поехали. Если все будет нормально, мы вон 20-ик отхватим за первое место. Три трассы. Какие-то другие. Так, кондишн. 911 рейс. Так, advanced, естественно. Так, где тут у нас? Вот. Ой, палево. Так. Ну, поехали. Настраивать тоже ничего не буду. Ни черта не понимаю в этой физике местной. Пока еще смысл там что-то настраивать. Пока и так хватает. Тарга. 911 Тарга. Знакомое, кстати, да, название Тарга. Модель-то, по-моему, и дальше будет существовать. Так, что мы имеем? Как мы на фоне наших соперничков? О, кстати, во-во-во-во-во. Вот эта машина уже по-другому поворачивает. Это уже посерьезней, что ли, как-то. Нету вот этой рывковости у нее. Ай-яй-яй-яй, куда ехать-то? Ё-моё, нифига себе. Вот подляну, смотрите, такую сделали. Прикольно. Так, ладно, на следующем круге зато не во что будет врезаться. Сейчас посносим все лишнее. Тихо ты! Ох, чуть в столб не въехал. Смотрите-ка, с 911-м бодаемся. Слышь, пацанчик. Так, все, успокойся. Ух. Короче, тут, видимо, как-то физика чуть-чуть меняется под машины. Машина вот помощнее. Она вроде с одной стороны немножко туже поворачивает, а с другой нету вот этой вот
излишней кисельности. И, конечно, общие принципы-то остались, но вот как-то рывковости такой нет. Может, из-за того, что она чутка сама по себе поворачивает похуже. Поэтому можно и кнопку дольше держать. Блин, стрелки эти куда-то там справа ставят. С панталыку чутка сбивают. Так, где-то тут поворот сейчас будет такой. Вот он. О, уже фару где-то подбил. Мармалей, который нас преследует. Эк. Кстати, ребята, не могу этим не поделиться, меня аж прям всего распирает. Вы представляете? До начала сезона нового Формулы 1 2017 года осталось всего 2 недели. Сегодня воскресенье, и через 2 недели, 26 марта, стартует новый сезон Формулы 1. Аж просто прекрасно. Пережили зиму, черт возьми, и вот... Я уже говорил, для меня зима кончается, это когда стартует новый сезон F1. В этом году что-то уж подзатянулось, это аж в конце марта будет. Но тем не менее, осталось всего лишь подождать времени, как между двумя этапами F1. Вот, по сути, можно считать, что в это воскресенье была гонка. Ну и осталось 2 недели нам подождать до следующей. Блин, как круто. Тоже в этом году видосики были с тестов. Как же машины новые круто выглядят. Вообще гонки прям... По крайней мере, не знаю насчет того, будут они интересными в этом году или нет. Но выглядеть они будут круто. Они стали машины такими широкими, на широких колесах, низкими. Аэродинамику сделали классной такой. Ну, то есть спойлера такие вот прямо острые. Ну, агрессивно выглядят машины, конечно. Очень круто. И гораздо быстрее стали действительно они в этом сезоне. Судя по тестам, Mercedes, ну, понятно, что они могли, конечно, там скрывать свою истинную силу. Но Ferrari очень нехило выглядит в этом году. Так что, может быть, в какой-то веке сезон у нас в этом году будет не гегемонией Мерседесов. Может быть, появится соперник у них, серьезный в смысле. Серьезный соперник. Red Bull как-то скромненько откатали межсезонные тесты. Ну, я думаю, они скрывают. Ух ты, ночная, что ли, гонка? Луна он. Прикольно, давайте, ладно, поехали. Это интересно, я и забыл, что тут тоже ночные есть. Так что да. Тех, кто не увлекается Формулой 1, прям... Призываю в этом сезоне обратить все-таки внимание на эти гонки и посмотреть. Обещает быть достаточно интересный сезон, такой переломный. Это частенько так бывает, когда меняется технический регламент в гонках. А в этом сезоне он поменялся достаточно серьезно. Так, а что у нас фары не горят, что ли? Горят, но света нет. Вот, смотрите-ка, вот это да. А вы помните, что было в хай-стейксе, да? Там был настоящий свет с фар. Там можно было даже ближний, дальний включать. А здесь они у нас светят, ну, светят просто для красоты. Как то было в Гран-Туризмо. Они даже эту фишку, даже, короче, плохие фишки переняли из Гран-Туризмо. Ну вы, блин, даете, ребята. У меня тогда вопрос, а куда ушла вся графика-то, ё-моё? Что... Да, я бы не сказал, что тут прям машины так уж классно выглядят. Они явно выглядят гораздо хуже, чем в том же Гран-Туризмо. Полигонов тут в них меньше. Окружающая среда тоже бедно выглядит.
куда тогда мощности все ушли? Видите, спецэффектов нету, ну то есть света реалистичного. Что происходит-то? Или вдруг сразу стали криворукими разработчики? Не знаю, в общем. Конечно, печально это констатировать, но версия для PS1 немножко разочаровывает, конечно. Разочаровывает. Ну, это... Ну, хотя, как сказать, относительно только компьютерной версии. Она даже немножко, я смотрю, разочаровывает по сравнению с High Stakes тем же. И это странно. Это действительно странно. Почему так, непонятно. То есть, ну вот, пока я что вижу, ухудшения, да, какие? То есть, беднота самих трасс. Каких-то звуков на трассах. Машин меньше стало, в гонке участвует всего 4. Свет из фар убрали. И вообще как-то, по-моему, порезали спецэффекты. Даже там по траве, когда едешь, там что-то такое. Дым там из-под колес. Очень как-то странно. Может быть, действительно на физическую модель все ушло. Ну, то есть... Не знаю. Да также не сказать, что она намного круче здесь, эта физическая модель, чем в High Stakes. Я сейчас ремарочку такую делаю, это я сейчас сравниваю именно PS соньковские версии, я не говорю про комп. То есть на Соньке Porsche Unleashed что-то как-то явно похуже стал выглядеть. Так, Штаты, да, впереди. Так, ну продолжаем набирать бабосики. Ой, покоцали, покоцали машинку. 1300, ничего себе. Так, ну поехали. Да, подзатягивается у нас эта серия. Я что-то думал, что... Я, во-первых, там говорил, что первая получится у нас короткой, но в итоге у нас первая там почти 50 минут получилась. Это тоже уже... Но это из-за того, что я что-то не ожидал, что тут... Ну, вот эти классы машин, в общем, подзабыл все это. Ух ты, смотрите, городская трасса. Вот это, да? Я тоже об этом забыл. Даже там, вон, светофоры горели. Вон, где они... Уже экспериментировать начали с городскими трассами. Смотрите, как красный свет. А. Просто этот. Уличные гонщики мы. Здесь хоть ночная трасса. Нет, даже работает. Зеленым горел, желтым загорелся. Вот, оказывается, блин, забыл я действительно, уже в Porsche Unleashed появились городские трассы. Интересно. Трасса, видимо, будет. А, все, что ли, уже круг проехали? Коротенькая такая. Городская вот трасса интересная такая. Ну, за счет того, что, видимо, ну, тут особо дальности прорисовки не надо. Вот по насыщенней, да, ее сделали. Потому что где на открытых местностях здесь трасса, они что-то, конечно... Такие прям бедненько выглядят на детальке. Если
одной стороны, это, конечно, можно простить, я уже говорил, это на железе 94 года сделана игра, да? Игра 2000 года. 6 лет уже было первой Соньки к тому моменту. Но, блин, ребята, вы же сами, вот те же самые люди делали предыдущую часть High Stakes, и она ж выглядела, ну, блин, ну, почти великолепно, я говорю. Одна из моих любимейших, а может даже любимейшая часть. А здесь, на том же самом железе, вот как-то так. Не смогли ту же картинку выжать. Из-за этого меня прям аж раздирает. Вот куда они? Чё они такое сделали здесь? Я пока вот не понимаю. Те, кто чё шарят, кто проходил её тогда на первой Соньке, может, больше инфы у вас есть. Читали что-то где-то, пишите в комментах. Чё такое, в чём фишка вообще? Куда все мощности-то делись? Консоли. Так, вот, в итоге мы двадцаточку с вами заработали. 29. Отлично. Так, смотрим. Так, у нас остался, получается, в турнирах первый класс, да? Это пройдено. Так, ну это нам надо будет новую машину покупать. У нас это второго класса. Поршик. 911. И остался на 550-м, да, Circuit Race. А, и здесь же еще, по-моему, да, есть трофи 900. А, еще и надо будет 914 покупать. Ладно, он копейки стоит. Поэтому возьмемся. В следующей части тогда купим первого класса, наверное, Поршик. Пройдем первый класс. А, первый раз первый класс. Ну и там посмотрим. Пройдем еще, может, тогда 914 гонку. Останется у нас 550. И в принципе все, первая эра у нас будет пройдена, я так понимаю. Ну, вот уже можно будет вторая эра, она называется так, это классик эра, последняя эра, третья это модерн, да, а вторая, не знаю, не помню как называется. В общем, ладно, вот такой подзатянувшийся тоже серия получилась. Ну ладно, все равно мне все нравится, прикольная игруха. Единственное, я говорю, непонятно, куда мощности делись, но играть достаточно прикольно. Ну что же, на этом давайте с вами попрощаемся. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова Об Играх. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Общайтесь, обсуждайте, комментируйте и обязательно делитесь этим видео и всеми видео, которые вы смотрите на моем канале, если они вам нравятся. Этим вы поможете развитию моего канала. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Пока!